Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья, и тут у нас новость очередная, что ударочно-прочный LEGO M5 можно приобрести со скидкой на 20% дешевле. С 22 по 30 сентября компания LEGO предлагает скидку 20% на смартфон LEGO M5. Смартфон был представлен в июле этого года и отличается ударопрочным металлическим корпусом. По словам производителя, корпус M5 настолько крепкий и устойчивый к ударам, что пользователи могут совершенно не волноваться за его сохранность. Аппарат имеет 2 ГБ оперативной памяти и внутреннее хранилище на 16 ГБ с возможностью расширения до 128 ГБ. Этого достаточно для выполнения различных задач и хранения множество документов. Помимо ударопрочности, M5 может похвастаться сканером отпечатка пальцев, который срабатывает за 0,2 секунды. Сенсор помогает быстро получить доступ к устройству и продолжить им пользоваться. Аккумулятор емкостью 2300 мАч поддерживает работу смартфона в течение дня. Операционная система Freemi OS 6 базируется на Android 6.0. Сочетание с 4-ядерным процессором помогает LEGO M5 максимально долго работать на одном заряде батареи, даже в многозадачном режиме. На представленном видеоролике можно увидеть, как LEGO M5 доказывает свою устойчивость к различным нагрузкам. Смартфон тестируют с помощью различных испытаний. Им колют орехи, забивают гвозди, бьют молотком по экрану. Дисплей M5 покрыт защитным 2,5D стеклом, а в конце его и вовсе переезжает автомобиль. Интересно, что смартфон остался целым и даже продолжил работать, как ни в чем не бывало. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.